На паркет в Сыктывкаре выйдет президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. В столице Коми состоится благотворительный матч «Баскетбол добра», в котором сыграют как легенды отечественного баскетбола, так и известные люди республики. Игра запланирована на 10 октября. Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на благотворительность. Кроме того, легенды отечественного спорта проведут мастер-классы для юных баскетболистов республики. А сразу после первый домашний поединок в этом сезоне Премьер-лиги проведет Ника Лузалес, соперник МБА «Москва».